Після послаблення карантинних обмежень в Запоріжжі активно взялись ремонтувати та фарбувати спортивні і дитячі майданчики. У Заводському районі наводять лад у сквері 30-річчя звільнення України. Комунальники перевіряють справність гойдалок, після за необхідності їх ремонтують та фарбують. Також ремонту потребують лавки та урни. В данный момент идет зачистка, вздутия всякие, ну, убирается, устраняется, подготавливается покраски, покраска, замена там болты, деревянное покрытие, вот если видно лавочки, как бы мы посмотрели, вот они негодные. Мы демонтировали, сейчас установим новые, зашлифуем их, чтобы не было ни сучков, ни занос, ничего не могли дети, родители их загнать. И, соответственно, покрасим, прикрутим, установим, выровняем все, сделаем в лучшем виде. Загалом у Заводському районі потрібно відремонтувати близько 45 дитячих та спортивних майданчиків. Цього року роботи планують виконати більш ніж на 30. На це передбачено майже 400 тисяч гривень. Это есть и мелкий ремонт, ну и есть такой серьезный ремонт, где нужно, скажем так, те площадки или те элементы площадок, которые уже не подлежат восстановлению или которые были установлены там 70-е, 80-е годы, мы их частично демонтировали, то есть которые уже ну, невозможно привести в порядок. А то, что вот установлено в последние годы, мы их ремонтируем, которые подлежат ремонту.